Мы рады приветствовать всех сидящих здесь в зале с нашим 13-м турниром «Голубые скита». Занимаемся Петербургом, чем я сам я хорот по балдам, Штахевич, Акадо Анали, Аш Лошич. Как и в прошлом году, к сожалению, корона наши планы немножко нарушила, и наш турнир получился не совсем международным. Потому что наша рва, корона царских кирпичных эсек, а шана, корона кирпичных льется на наш бенгом. Но, несмотря на это, у нас есть несколько представителей зарубежных стран, которые придают легитимность названию турнира международным. Это представители Молдовы и Украины. Вот была еще не цитируем, но еще больше кентницкие коллеги. Еще легче зуйдет вот такая форма машинника. Это не цитируем Украина и Молдова. Я обязан сказать, естественно, что и в этом году нашими спонсорами являются компания Gigabyte Sneaker Sampler, компания Alpan Computer. Игоря сейчас пока нет, но он по дороге скоро будет. Alpan Computer стоит сзади, можно его посмотреть. И к ним добавился в этом году компания Sportex, представитель компании Sportex, тоже находится в этом зале. Сейчас мы сделаем брифинг капитанов, после этого будет жеребьевка подходов. Маша Ешенко, брифинг капитан, медалет 500, Рашель 500, капитан на лодке ТОП. Нахто на ту, питана шеребьевка, рейотчика, подходов. Капитаны. Брифинг. Сейчас прийти от опыта ребенка. Подождите, Лера, что прикидываю. Thank you.
Yeah.